Блядь, за столяромом, где он сейчас стоит, он где-то там нахуй стоял. В жопе, блядь, мира. Давайте разбегитесь, блядь, недалеко от босса, наберите просто раньше 6 между собой, все. Кирюх, мораль на 2 минуты отошел, я на минутку отбегу. Зачем вы к стенам, убегаете вообще, блядь? Какие-то ебанчицы, блядь. Просто полукругом встаньте нахуй вокруг босса, ебать. На РНЖ 6 друг от друга, ебать, недалеко от босса. Проблема прописать РНЖ 6 и просто посмотреть, кто вокруг. Ну, типа ДБМ у всех есть. Это, ребята, подскажите, пожалуйста, в 25-ке на собрании ХМ, как убивать вкратце? Обновите каску, пожалуйста. Хотя 8 минут. Думал, кого? Собрание в ХМ? Да, 25-ке, там статический заряд, он который кидает, сколько людей в РНЖ должно быть? Ёбаный шиш. Вся РДД-пачка должна быть. То есть у меня 3 не пропало. И рейндж какой, маленький? 6 метров, да? Да. Ага, спасибо. Эльдар, короче, все должны быть РДД на РНЖ, без исключения. Не знаю, если у вас РНЖ есть, блядь, просто не трабуцы нахуй и в Даларан прыгали и все, кстати, бейте. Не знаю, как урон лутаете. Можете, блядь, припоты не пить, купить, блядь, хп-поты, блядь, с камнями локовскими жрать, я не знаю. Не, дело в том, что статический заряд, если попадает, то увеличивается периодический урон, который это аура идет от стрелома. Ну, это да, но он же тебя не ваншотает, он же по он чуть-чуть. Он не ваншотает, теряет. Но там такой дамаг, который не захиливается. Так, ты, ну, если, типа, я же говорю, можете фласки пить, блядь. Там, типа, если паладины, шаманы, там, присты, сами себя подхиливайте, стойте, просто накастовывайте себе. Ну, хуй знает. Проще не словить 20 людям. Смысле хуй знает. Проще не словить 20 людям дебаф и словить его 2-3 людям, нахуй, которые там объебались в РНЖ, чем 7 рейдом ловить, правильно? Да, это так? Не важно, там ты 7-7 рейдом. Если ты поймал, ну, видишь, почему? У тебя лоу ХП, блядь, ну ты прохилишь, если ты можешь, если тебе классно. Почему не важно? Ну, ты понимаешь, что сколько мы падаем, это блядь. Все от того, что 20 человек ловят этот дебаф. Да не важно. Если ты можешь себя прохилить, прохили, блядь. Я тебе к этому нет, говорю. Нет, мы сейчас, блядь, 2-3 вайпа нахуй, мы упали, не так. Ну, конечно, там, когда танки умирают, конечно, блядь, босс отхилится. Конечно, он будет... Хуй зальёшь его. Мы все делаем нормально по тактике. Это дело не в этом. Да тут, блядь, просто урона, тут даже можно эту лужу не знать, это пиздец. Словило 20 человек просто моментально там, по всему рейду. И по одному падают. Кто-то побежал назад под бафом и умер, и все. Смерть одного — это вайп. Просто, блядь, разбегайте так, чтобы хилы доставали. Попали, что ли? Да. Там просто, когда артстайл умирает, 3 сокры по очереди отдайте, и все. Даже анонсить не надо. Да, потому что мораль агро набирает, там ебени дренина. Ну так сальву ему дать, сколько у вас паладинов? Там по артстайлу, только на мере сальву, у протопала сальва есть, у Телдрина есть. Ну все равно, вот в этот раз не дали.
Вот смотри, вот у нас описание неправильное. На этом, на Сирусе. Вот если откроешь электрический заряд, тут написано увеличивает наносимый урон, восстанавливает 20% здоровья. Но не написано самое основное, что при смерти любого игрока с левом получает бонус. Вот именно вот эта способность, это при смерти любого игрока работает. Мы бы сейчас убили бы, если прохилили бы шаман. Женя, мораль, дело. Давайте, заходите все. Раздупляйтесь. 5 минут прошли. Не, ну это рофл, типа, шамана сначала залетело 8-7, ему 3к отхилили ходки, потом 8-7. То есть тут у него было по факту 9 секунд, блядь. Ты что, не можешь себя прохилить? Он начал все хилить только, блядь, на последние 0,5 секунд, блядь, и просто сдох. Ну вот. Топ мне ДПС, прохиль себя, блядь. Я его хилил, только суф. Потому что только суф возле него стоял. Что да-да, блядь? Ну ты посмотри, такой суф, блядь, смерть. Что да-да, блядь? 0,5 секунд, нахуй. Ты, блядь, не успел даже флешку докастать. Тебе, блядь, 9к, 10к въебало прилетело. Что да-да, блядь? Прохиль себя и все. Чем проблема, блядь? Стоп ДПС. Ничего, ну, как бы, от этого не будет. Плохо, не хуже, блядь. Морали нет. Морали нет, а что-то. Пойдемте-ка Лагарна разъебем, да? Сейчас я ему в Телеграме позвоню. Да успокойтесь, да чего вы нахуй начинаете, блядь? Все, блядь. Просто я повторяю, что не убегайте далеко, чтобы хилы доставали. Вы разбегаетесь, блядь, к стенкам, нахуй, полукругом, ебать. Но мы же не кастрюли на всю комнату. Вот прикинь, допустим, да? Бля, да не накаляйте вы обстановку в чате, чё вы начинаете эту хуйню, блядь, всё уже, успокойтесь. Вот допустим, вот смотри, блядь, ну начинает, ты чё как маленький, я ебу нах. Сами разбирайся, эту хуйню. Я хуею, блядь. Писал, блядь, что я налил. Вы хуйней занимаетесь, блядь, уже все сказали, нахуй, вы начинаете сраться, блядь, в чате, нахуй, все там поломано. У меня горит, что я сделаю, блядь. Блядь, у всех горит. Мы его еще могли тогда на 300к въебать. А давайте будем еще поджигать других. Я не могу. Ебать, они продолжают, нахуй, я не буду. Вот, сука, не могу найти. Ну вот вроде говорят, что типа 6 метров радиус. Ну вот он пишет стрелом, там 7к урона и стоящие рядом игроки. Но это 6 метров. Где-то, блядь, рейнджа. Да там не может пишется. Быть больше метров, это же Сирус, блядь. Могли сами там больше написать рейнджа. Там фишка в том, что он висит 20 секунд и стакается. Но какая периодичность, как он его кидает, я что-то тоже найти не могу. Там вообще, по-моему, по офу его, типа, короче, все бьют, да, возле него стоят под ногами этого босса, когда он последний остается, и выбегают, сколько там, 7 человек, а все остальные прям под ним стоят. И он, типа, в них, в дальних кидает. И вот когда он в них кинул, они, типа, возвращаются, а выбегают другие, кто без дебафа, типа. Ну, это в идеале, чтобы такое скоординировать, это слишком множество. Это, блядь, по офу, ну. Ну, так, а у нас получается, либо... Почти Калагарда убьем пока. А, пришел мораль, все. Просто, понимаете, смотрите, в чем ситуация, да? Типа, вот вы разбегаетесь, когда, да, вы убегаете все в ебеня по кругу, да? И какой-то хил, допустим, шотного типа не может достать. Он начинает его бегать искать, нахуй. Пока он его ищет, бегает, нахуй, в этот момент, нахуй, уже другие типа начинают просаживать. Ребята, все, у всех есть огурцы, вдруг что критичная ситуация, огурец сожрали, блядь, и все.
Саш, по-твоему уже все поняли. Ты уже это сказал еще минут 10 назад. Мы все поняли, все хорошо. Я очень повторю, но что все поняли. Следите за ренжой, сильно далеко тоже не выбегайте, блядь. И хилы тоже станьте, блядь, как-нибудь так, чтобы вы все не стояли одним кемпом, чтобы вы могли доставать до всех. Ну хилы обычно центрируются, нахуй, а все вокруг них. Ну. Просто да, может хилы будут возле босса, а все ДДшники будут вокруг босса. Так и им достать посиливать. Женек, что там тебе не хватает? Все хватает. Бафы проверили свои. ДБМ пул дают. Ну да, после очень типа ренджи разбегаются, а хилы забегают в босс. Ну, и им проще достать всех РД, да. Столовка сразу 2 ЛП в малого дал, маленького, это среднего на себя, блядь, грипнул, блядь, и напули давайте на него нормально. Поехали по маленькому. Косты сбиваем, ему не спать. Знаете, без перегрузки по прошлый раз. Танчики стан ему надо будет дать. Чтоб не было перегрузки. Саша, скажешь, когда стан надо будет дать, потому что мне эта хуйня не отображается. Процентов 20, когда хп остается, когда вторую уже пустили. Где-то так. Она не пишет типа, на рандоме чисто, да. Каст. Выведи. Выведи тоже и стан давай. Вот стан дайте ему. Егор. Все, добили малого. Каст. Подводи сюда большого. Ренжи вышли, кто должен быть? Те, кто должны на ренже стоять, уже вышли. Это касается 2 ШП, Пука, 4 хилов, кроме Ладомира. Фу. Так, смотрите внимательно за щитом сейчас. Набрали ренжу. Быстро, 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 быстро. Вышли, сокру. Блять, ну что за хуйня, Саша, блять. Статический дозвон. Хуйня прилетела, это ваншот. Оп. Вася, поднимай его. Сразу забафали мага. Каска, лапа, пристабаф, блять, вся хуйня. Сух, ты может выйдешь? Чит. Что за хуйня происходит? Слишком далеко отвели от РДДшников, он не стрелял. Вайп упали. Ну, в угол зачем-то заперли. Я не знаю, зачем туда побежали, блядь, вообще нахуй. Ребята, к центру, старайтесь босса держать все время в центре. Делаем еще сейчас 2 трая, если мы не убиваем, пропускаем, пойдем дальше. У меня нет времени, блядь, сидеть тут ждать. Потом, блядь, надо пронос соберем, все объем, как на прошлой неделе. Итак, уже сидим хуил кучу времени. Рейд, блядь, ничем не хуже, чем на прошлой неделе. Мы тут на прошлой неделе трайв 5-6 дали и убили его, нахуй. Уже здесь больше часа сидим. Я Лока вообще, блядь, в рекаунте не вижу. Он безвредный, малах, ебать. Остальные, блядь, 11-12 место. Пацаны, это вообще нахуй не серьезно. Я понимаю, что один демон, блядь, но кокосик, где ДПС, блядь? Поморали с Женьком пискомера стали, ох. Там может этот по троим клиф идет. Угу. Если сейчас весь бой, блядь, рассекающим бить, тут, наверное, 5 нахуй можно на выходе, блядь, вынести. Угу. Я там рассекающим тоже через раз бью, чтоб эта трага была, блядь. Рыбу ешьте быстрее, подбегайте сюда.
Давай 3D метки поставим, и чтобы в них люди встали на РНЖ, которые. И к ним, чтобы раньше не нарушались. Да, не получится, потому что это лужа зеленая, блядь, тут неизвестно, куда она кинется. Нет, 3D метку поставь на хила, чтобы вокруг него собирались. Ничего не понял. На любого хила метку ставишь, и вокруг него, чтобы люди собирались. И чтобы хилам было проще, никого искать не надо было. И люди, блядь, не бегали, блядь, по всей комнате. Давайте быстрее бафы раздуем. Кулак по вару не вижу, приста бафа не вижу. Лапа. Мне говорят, все РДД должны на РНЖ быть, короче. Ну мы в прошлый раз, блядь, убивали, у нас все было нормально. РДД у нас после того, как закончилась синяя метка, все остальные разбежались, и мы его разъебали. А он сейчас кидает, когда еще синяя метка есть. Весь рейд ловит, все, кто в синей стоят. И вайп происходит из-за этого. Давай попробуем. Просто все на РНЖ... РЛ, можно фласку на САПО? На что? На саппорты, килл GDN. Обмен, говорю. Чек даю. Ну, может, изначально не 8 человек в рейнже стояли? Ну, а 7 вообще. Ну, это Сирус, по-моему, тут, типа, урона хватает. Вы можете оставить в луже синий, типа, топ, там, 5 депрессор, и все. Не, ну, трес. Типа в миле может кинуть только в том случае, если меньше 8 его рейнджа удержат. Давайте сейчас сейвово сыграем, выйдут все, блядь, и убьем его спокойно. Ну пусть волшебник стоит, блядь, малах и безвредно. Блядь, Столовка, куда ты нахуй спешишь? Ну пулятина после слова атака, блядь, ну припоты проебали, блядь, из-за тебя. Нахуй ты лезешь, блядь. Ну нахуй этот, блядь, спешка, я не понимаю, блядь. Вывел. Давайте во время вот этого, как проводится, блядь, чек, и перед тем, как дается ДБМ пул, пиздёж, убили нахуй. Подводи. Подойдите ближе, вы слишком далеко стоите, но убили зону мужики. Встаньте справа от большого. Так, рейнджу набрали. Сокру дайте. Забафали шамана. Рэнджу сейчас, готовьтесь набирать. Набрали. Хорошо. Так, стопнули, 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 быстрей.
Ждем, сейчас 5 секунд будет эта хуйня. Рейндж наберите, только не так, что в Долоран, блядь, вы убежали. Ждем, 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 ждем. Поехали. Поехали, поехали. Убили его быстро. Артстайл приготовился. Ставь так, чтобы мы могли бить этот большого. Гера пошла. Все рейндж набрали, блядь. Уже бать на меня кинулась, нахуй. Все понятно. Вайп упали. Вы обратно его... Вайп упали. Быстрее. Хорош пиздеть. Зашли в лужу, все сдохли. Он в большой, когда сильно в большой ей идет. Все, идем Калагарда бить, потом будем собрание убивать. У меня времени осталось 1.5 часа, мы не убили просто нихуя. Ну кто перетаунтил? Паладин я перетаунтил. Пап. Нахуя ты перетаунтил, паладин? Вообще энергетически, скоро 3000 с нас. Изначально на нем агрой было. Ну понятно, что на нем был агро, он же танчил, блядь. Просто он в руне долго стоял, сейчас сдохли из-за Дайте шкаф с умонем расставила, а то бежать еще будет. Ну, компьютер ребутнул, его не будет на этом боссе. А. Давайте быстрее бафы раздаем. Кто там мистер Артстайл? Кто... Шон бафал? Кулак? Миша, раздай кулаки по всем. По вару, по ДК, по роге. Хао, ты тут? Играем по тактике через десятку. В руку взяли, в руку 3 стакана дамажили, перестали бить. В руку 3 стакана дамажили, перестали бить. Буду все говорить. Поехали. Сандер не вижу почему-то. Фурик, прием. В руку поехали. Стопнули по руке, в грудь играем. Ауга, прием. Ты тут, нет? Да, 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 тут. А что с Сандером не получается? Или ты не знаешь, что такое Сандер? Знаю. Ну и что? 5 должен стакать я? Да, все есть уже. Ну есть, конечно, я настакал, потому что 5 раз, блядь. В руку играем, быстрей. Все, в грудь поехали.
Лут никто не открывает. Люция, как зайдешь в инст, напишешь в рейде. В руку, в руку, в руку, поехали. Все, в грудь. В руку, в руку, в руку, в руку играем. Ну-ну-ну, где ДПС? Поехали в грудь. В грудь. Руку стопнули. В грудь. В руку. Грудь, грудь играем. ДК, сними агро уже 300. Я в курсе, у меня в руке держал. В руку играем. Играем в руку до конца, он сейчас умрет. Люцик, зайдешь в этот, в инст, скажешь. Сейчас босс умрет. Заходи. Заходи, Люцик. Зайдешь, скажешь. Сундук никто не трогает. Хорошо. Так. Мобов не пульте, потому что я не смогу раздавать лут. Так, поехали, перчатка, хаздух надо кому-то, нет? Так, артстайла нет, увоит. Тебе отдам, у тебя же есть энчант? Да. Меч. Плечи. Все, пуляйте мобов. А, стоять, стоять. Босс идет. Ебать. Какую-то собаку убивают нахуй. Пуляйте мобов, РДД, отходите туда на лестницу. А мобов сюда подводи, сюда на полукруг ставь. Прямо что-то пизду скипнем, пойдем, блядь. Убьем этих хранить. Мобов сведите этих. Отведите их в сторону от РДДшников. РДД, дойдите на максимальную рейндж возможную. Играем пока по черепу. Когда скажу, свичнемся. Свичнулись по черепу. Я думаю, мы ее сейчас скипнем на ходе, сразу пойдем. С
Все, стопнули по этому, поехали по второму. Отстал, мы если что на это, на ходера пошли. Там баба если ходит, обойдешь аккуратно. Подождешь, пока она уйдет. Мы только сюда в туннель зашли. Пропустим большого. Под стеночкой аккуратно идем. Там сейчас запулим мобов и туда с ними уходите вперед. Вперед, вперед, в туннель, дальше глубже уходим, быстрее. Чтоб никого не откинуло, блядь, никуда. Поднимайтесь сюда, вот тут останавливайтесь. И бьем мобов. Дальше заходите. Косты сбивают свои мощи. Все, кливайте мобов. На пул даю на столовку. Остановитесь все вместе, в одну кучу встаньте и заклевайте их. Быстро. Добрый день, ФПС. Ставьте рыбу, ставьте шкаф, сумоньте деда и сумоньте артстайла. Женек, вот у меня такое ощущение, что ты вообще не слышишь, что Кирюха вначале говорил. На пул один всю истерию в рогу тогу. Да, тут соло там. Так, проверяйте бафы. Кокосик, версик, что там? Все как обычно, четверых мобов с правой стороны кливают милики вместе с боссом, четверых слева РДДшники заливают. Даю ДБМ пул. Подводи сюда столовку сразу. Все, играем по боссу, кливаем мобов. Стаки никто не лутаем, прыгаем. Выходим с меток. Подводи дальше к мобу. Подводи дальше. Вот этого моба залили быстро. Череп на него поставил. Хау, разноси. Следующую грозу, Егор. Разнеси, разнеси. Нету, блядь. Гера пошла. Разноси.
Разу, разноси, разноси. Подергайся лево-право, пошел по рейду бегать. Миша, то же самое. Блядь, нам ничего до грозы нету, нихуя, сколько, блядь, бьем. Квазивер, разноси тоже. В мелизону не стесняйтесь забегать, ребята, с грозой. Мораль. Встали возле круга, большого нет. Круга. Встали возле большого круга. Ударит, зайдете. Зашли. Сокру, сокру. Кливайте мобов. Босса бейте, кливайте мобов. Столовка, так держи пока. Тут много мобов. Все, по боссу играйте. Побегай лево-право, вар. Вар, побегай лево-право. Ты меня слышишь? Нет. Если просто стоять на месте, она не перекидывается, блядь. Да заебали эти перчатки. Где нахуй моя шея, блядь? Пидоросня ебаная, блядь. Не заслужил? Да пошел ты нахуй, блядь. Да иди ты сам, нахуй. Топор, блядь. Ага, блядь. Нахуй опять рвей рейд вайпать будешь, нахуй. Так, я так понимаю, что токены теперь уже никому нахуй не нужны, или нужны еще есть такие люди? Грудаки, сомневаюсь. Ну, раз уж у тех, кого нет ОД. Версик, ты знаешь, что они продаются за ОД, или это новость для тебя? Рома, прием, понял, блядь. Тебе надо? Нет за ГП, она продается за 1400 ОД. Тихо, парни, там идет это, нахуй. Да, давай без ГП, нахуй, нужно кому. Давай сейчас я только что. Давайте будем тогда бесплатно. Те, что за ОД продаются, раздавать. Похуй вообще. А что ты разбойник, рыцарь смерти, маг друид. Грудаки можно на успех отдавать. Уйдите оттуда, если кошатницу не бьем сейчас. Паролу забирает Квин Мун. Уйдите, вверх поднимитесь, не спускайтесь. Так, Мишаня. А, это не те запы, ладно, понял. Так, это энховский запы, крит меткость. Надо кому-то, нет? Егор, тебе не надо напало? Надо? Аркадьевич тогда забирает. Хита нету, понял, держи. Так, перчатка 39-я. С критом, с духом. Квин Мун, там друида, я не знаю, кому надо, жмакайте, отдам. Держи. Так. Сейчас второй сундук разролим быстро и погнали дальше. Так, ну, кольцо, кстати, охуенное, блядь. Хаст меткость. РДДшная. Сейчас на Торима пойдем. Так, ну, кольцо забирает. На Фрею, да, пойдем. Так, Малах забирает. Держи. Грудак, воин-охотник-шаман. Кому надо? Без ГП, грудаки и головы будут. Так, паладин жрет червяк. Надо кому-то? Михо. Миша. Так, там пройти на Фрейон. Паролу выиграл этот Килджедан, ему отдам. На портал или там можно по синей пройти? А он на... есть портал? Нет уже портала. Так как нету, есть. Мы хранителя уже одного убили. Конечно, есть. Пошли, срез. Не, оранжера жизни нету. А, подожди, надо же кошатницу запиздить, чтобы портал был. Давайте тогда ее запиздим. Пошлите сюда на позицию, как обычно. Хули там ее сейчас убивать? У меня там хп нету, блядь. 20 лямок. Подходите сюда к всех перилу быстрее. Дайте бафы по волшебнику. Он там один у нас умирал. Теперь понятно, почему он не первый. Да. Слабый, блядь, сдох нахуй. Кирилл, если что, допронос когда будет?
Сейчас скажу. Я не знаю, завтра буду я вообще или нет, потому что завтра там у товарища у матери похороны. Воскресенье, понедельник я на работе. Ну, вторник, среда. Вторник на сутках. Ну, значит, мы во вторник пойдем десятки свои, а в среду пойдем на допронос. Заебись, нахуй. Ты дома, столовка? В среду, да. Ну, все. В среду став, сейчас создам сразу. Там это пизда поднимается. Ладно, потом события создам. А откуда ты знаешь, что там это? Герод, когда это похуй? Сразу на пул дай мобов веером в килджедена в этого. Геры нету, это похуй. Играем по котам, не по боссу. Котов кливаем сразу, жестко, блядь. Бурсты отдавайте, не жалейте нихуя. Сразу закливали их просто мгновенно, блядь. Все, котов запиздили, по боссу поехали. Вара, я сегодня тебя Сандер увижу. Хорош, блядь. Прямо если чем говорить. Ну, я нажимал уже. Нажимал уже. Треморы поставьте обязательно, шаманы. Крик на хп ты не даешь. Сандер стакаешь только когда тебя палка ебанешь по голове, блядь. Мне это не нравится, нахуй. Может, мы не будем с нами ходить в рейды, блядь? Надо, чтобы за свой класс отыгрывали все, блядь. Чё ты не стакаешь? Ну, так я главный? Я стакаю Сандер по КД. Крик на ХП, я даю по КД. Стан в кота дали, играем в кота. Так, 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 не растягиваемся. Кота добили. Побежали, побежали, побежали. Вышли служить. Встали перед лицом босса. Спусти босса ниже. Сука, блядь. Ты поешь? Поешь, блядь. Что-то хуйня. Затроила, на-на-на-на. Не, блядь. Не идет хуйня, она ебанушка. Встала там сверху, блядь. Солока, ты что там, блядь, болезненные бактерии на заводе? Конечно, надо. На-н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 а
выходит, стан дали ему. Длинный, Егор, дай стан. Поехали по коту, резко залили его. Дайте фервар подуться. И побежали, побежали, побежали. Быстрее, 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 ребята. Вы не знаете, что когда кот умирает, появляется лужа. Давай. Давайте, 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 бьем. Фервар подуться есть? Я сниму все. Ладно, похуй, сложно слишком. Так, когда там котик выйдет? Блять, что-то не показывает. Да, я думаю, мне можно уже купить. Уходи, котик, стан ему дали. Стан, дали, играйте по нему. И кливайте босса. Хуйня, как это происходит. Доигрывайте кота. Выводи служи. Повел, 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 повел. Вот сейчас Сандерс летит. Обновишь, не? Понял, нет, блять. Правильно, в лужу у нас, нахуй, давай. Корова ебать. Не, убирай, как она орёт, блядь. Да-да-да. Как столовка поёт, так она орёт. А, ну всё, пошли портал или чё? А, или Тори Монар. Сапоги, я так понимаю, они нахуй никому не нужны. Да, бежали. Мобов можно? Мобов можно убить. Трэш все равно убить надо. Но. Без разницы. На транс, блядь. Так, ладно, башка это нужна кому-то? Я так понимаю, с учетом того, что вышло Т8, наверное, сомнительно, блядь. Ну только бомжам.
каким-то синим шмотом. Таких, слава богу, в рейде нету. А если были бы, мы их вычислили. И выебали. Суф, могу тебе это отдать, нахуй. В принципе, недорого. 199 гп надо. Так, чё ты застеснялся, блядь. Надо уже, блядь, быть крутым до конца, нахуй, блядь. Сас, у тебя так хуйня? Алло, блядь, я там, нахуй, на мотоцикле, блядь. Я ебал. Я там, нахуй. Блядь, Тесла Модель С, нахуй. Кто там, блядь, нахуй, на Яве, нахуй, играет, ебать? Кто газует, блядь? Ну, в тачке сидит, играет, ебать. Меч нужен кому-то? 550 СПД, блядь, крит, вся хуйня, блядь, одноручный. И 1000 ГП, нахуй. Трэш, блядь, алло. Берешь, Саш? Алло, слышно? Кирюх ролит так-то, нахуй. Он говорит, бой будет, нахуй, ролится слышно, не будет. Слышно, слышно. Как ты там затроил? Я не знаю, там под стенкой вроде как пройти можно, блядь. Ну пошли, чё. Это что себе прирубил этим говном? Нихуя, да? Какие смелые, смотри, пошли, блядь. Давайте за нами, не отставайте, ебать. Ту-ту-ту-ту-ту. Столовка, подпевай. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Форт Боярд. Это Форт Боярд, нахуй. Форт Боярд, блядь. Это пипец. Я это думал, что это Терминатор под эту музыку умирает. Я думал, это Форт Боярд, блядь. Это чисто, блядь, Форт Боярд, нахуй, блядь. Именно вот тот, который не Форт Боярд, а именно Форт Боярд, который был в Камеди Клабе. Сань, ты, конечно...